Хочу показать, какой мох приходит из леса. Вот такая у нас красота. Вот такие шишечки, иголочки. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот сейчас поближе вот кусочки. Они грязные, здесь и корешки, чего только нету, и веточки, кусочки других мхов и так далее, шишечки, брусника, другие разновидности попадаются. Вот такие вот у нас кусочки. Вот из такого мы делаем вам прекрасный мох для того, чтобы вы могли им работать без грязи, чистым, уже замечательно.